Ну что, привет, бандиты! Скоро 8 марта, а к 8 марта, как вы все помните, я поставил себе задачу выжить одной рукой, левой и правой по отдельности, какое-то количество повторений с весом гири 40 кг. И сейчас мы посмотрим. До этого последняя тренировка у меня была с гири. Я делал два подхода по 5 повторений. И сейчас мы ее разберем. И будем из нее собирать уже гирю весом 40 килограмм. И заодно я еще немного объясню, как она разбирается и что с ней нужно делать. Помните мое первое видео, когда я показывал, когда она была еще в таком состоянии, как сказать, под старину. Я пытался раскрутить вот эту вот гайку на жопе гири. Многие меня покритиковали, что я не смог ее раскрутить, что я такой дрищ. Многие начали критиковать, что я говорил, что вот эта поверхность выпуклая, а нужно говорить, что поверхность, где гайка, впалая. Ну, ребята, я не лингвист, я университетов филологических не заканчивал, поэтому я разговариваю так, как разговариваете вы, как разговаривают ваши соседи, родственники, то есть обычным языком. Итак, ребята, сейчас я вам покажу, что не давайте мне советы раскручивать вот эту гайку. Эта гайка, на самом деле, я ее пытался раскрутить, потому что я не знал, что это вообще за гиря и что она внутри таит. На самом деле, эта гиря раскручивается очень просто. Нужно крутить вот эту вот ручку. Сейчас я дерну. Ребята, ну не подумайте, это все не так просто. Сейчас нам нужно резко дернуть за ручку гири, и она будет раскручиваться. И теперь просто крутим за ручку. Не надо никакую гайку раскручивать, не надо никуда ничего заливать. Как только у нас ручка отвалилась, это все, можно считать, что гирька у нас вскрыта. До этого, как вы помните, я закладывал сюда диск от штанги, кило 250, и у нас получалась эта гиря 36 килограмм. Ну и сегодня, сейчас нам нужно подготовить вес 40 килограмм. Пластик вот этот нужно закручивать. И поэтому это долго. Вот именно поэтому, ребята, я и записал этот ролик подготовки гири отдельным видеороликом, чтобы не затягивать время, когда мы будем уже пытаться выполнить нашу задачу. Нам уже не придется сидеть и здесь вот это вот накручивать, тратить эмоции, время и силы. Просто нам нужно понять, какой у нас до конца не докрутится. Ага, этот вот сел до конца, значит, это будет он. Итак, ребята, у нас здесь 7 дисков. Раз, два, три, четыре. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. А всего у нас 8 дисков. И сейчас мы гирю закрутим, взвешиваем, и она у нас должна будет весить примерно 40 килограмм. Ну, там плюс-минус какие-то граммы. Thank you.
Итак, у нас получается, ребята, 37 600. Надо еще один диск закручивать. Значит, у нас все-таки все диски будут. И давайте еще раз ее взвешиваем. Ну вот она, 39 600. Можем считать ее 40 килограмм. Сейчас мы ее попрочнее закрутим. Ну все, вот он, наш снаряд готов. Все работает и откручивается, и закручивается еще раз. Ну вот, ребята, наш снаряд готов к выполнению нашей цели. Сегодня у меня на календаре 2 марта. Завтра у меня будут тяжелые приседания. Буду делать 145 килограмм. Но завтра мы не будем жать эту гирю. Завтра мы будем жать, не знаю, или 24 килограмма я пожму. Там повторений, может, по 5, по 4. Или, может быть, 16 килограмм пожму повторений по 5, по 4. Там пару-тройку подходов сделаем. В общем, не буду я больше делать тяжелые тренировки. Именно эту гирю больше я поднимать не буду до 8 марта. 8 марта у меня рабочий день, поэтому записывать видео я буду 7 марта. Ну а выложу, ребята, я его для вас 8 марта. И посмотрим, сколько повторений я выжму левой рукой, сколько я выжму правой рукой эту гирю. Ну, ребята, сегодняшнее видео я хочу закончить. Посмотрели мы, из чего будет состоять наша гиря, которую мы будем поднимать на количество повторений одной рукой. Ну а вам, ребята, я хочу пожелать лишь только то, чтобы вы всегда тренировались, несмотря ни на что, даже если у вас какие-то посторонние звуки в квартире, вот как у меня сейчас перфоратор где-то работает, или у вас нет возможности посещать тренажерный зал, тренируйтесь дома. Несмотря ни на что, и завтра вы будете намного лучше и сильнее, чем сегодня. Ну а на этом я заканчиваю видео. Сегодня ответа на вопросы не будет. Просто хочу сегодня, чтобы сегодняшнее видео было полностью и целиком посвящено этому снаряду. И с этим снарядом весом 39 килограмм 600 грамм мы уже увидимся. Я 7 марта, а вы, ребята, 8 марта. И посмотрим, сколько я смогу раз ее поднять. Может быть, я вообще ни разу ее не подниму. Ну, ребята, на сегодня это все. Всем пока. Спортивное питание. Культ Лаб. Собственное производство из натурального и сертифицированного сырья. Гейнеры, протеины, БЦА. Все, что необходимо для бодибилдинга и фитнеса. Спортивное питание «Культ Лаб». Твой шаг на пути к успеху.